Спасибо большое, обоссанная хреногубка из преисподней. Слушаем песню «Всемстат» группой Крис. Текст доната, ну, короче, вне очереди и пространства. Всем встать. Вся музыка такая какая-то, типа, то смысл, типа, весь такой песен, что Тоси Боси, типа, пацаны, я дерево, не рубите меня. Короче, вот этому верить нельзя, так понял. Что музло оказывается все время 80-го какого-то. Ну, блин, отдает нафталином, но, кстати, неплохо на самом деле. Ну, типа, неплохо. Всякие классные моменты есть, там, клевые сбивки, не знаю. Полторы прикольные проходки. Барабанчик нравится, что делает. Текст какой-то. Хероватый. Ни страха, ни вони. Вот эту песню тоже бы в два раза короче, как и прошлую, которую мне донатили. Есть прикольные моменты, как бы, я не знаю, как описать. Есть вот... Вот, типа, сама задумка, сам текст, вот,
с этим, ну, хреново. То есть, то есть, ну, мелодия унылая. Это как раз 96-го. Хм. Но есть очень много прикольных сбивок, прикольная концовка вот эта вот, типа. Если бы они это не пели, ну, может быть, да, может быть, было бы лучше. Ну, с текстом беда. И с текстом беда, я не знаю, ну и с... Как будто, я не знаю, как объяснить. Сама песня хреновая, как будто, но все, кто должен был ее сыграть, как-то спеть, все сделали довольно неплохо свое дело. То есть и спето хорошо, и сыграно, но сам материал дерьмичный. То есть барабанщик пыхтит, все очень хорошо исполняют, но сама песня хреновая.